Так, всем привет, вы на канале Turbo Flex, и сегодня мы будем играть в кастомку, которую нам сделала Dota, Восстание Тьмы. Правила игры очень простые, вам нужно убивать греволовов, собирать тянучки и сбрасывать ее в колодец врага. И раз там в 3-4 минуты Рошан будет приходить и сносить колодец, в котором больше всего конфет. То есть это может быть ваш или противника. Все. Мы с ребятами придумали стратегию хорошую, все, так что не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и хорошего просмотра. Это на равных, понял, как будто бы. Блин, они пуджа. Сори, я вас подвел. А кто там есть еще вместо пуджа? По области. По области, по области. Сент Кинг. Primal Beast такое, мы его, мы с тобой легко выносили, он ни о чем. А как насчет Вивера? Кстати, тоже норм. Слишком тонкий. Не, он же уходит, он уходит, а там он уходит легко, и там никто не ставит сентри. А что тут покупать надо? Не спиздит. Шмотки, у тебя основной предмет это шард. У тебя шард основной. И так чисто какие-то, как в обычной доте, расходники там, блядь. Не, я не покупал расходники. Ты, конечно, пиздишься, да. И типа тебе надо максимально пытаться темпить типа игру. Да. И своим героям там максимально что-то. Ну вот я прошлый сыграла, я собирала сразу же этот. Так, еще тут есть типа способности. Так, я, наверное, ВГ возьму. Это хуйня, взял снежный шар. Я тоже. А, типа, или в нуле. Порядок. Нормально. Нам дадут фри конфеты за то, что они ливнули? Наверное. Они вот одна сохранность. Они ж, по идее, тоже все пати. Бля, они реально все, что сделали в этом... Да, Эртайде поменяли, это, наверное, от этого графона. И то, вот был, нет? Да, был в прошлом году. Все, да, то же самое. Да, все то же самое. Не, ну есть, но должно быть что-то стабильное. Стабильно дота падает прямо на вас. Да, не, ну, а что ты хотел? Так, идемте вот сюда вот, бить вот этих вот маленьких типчиков. А, сразу левел 3? Да. Нихуя себе. А это не голда быстро капает? Что за хуйня? Кстати, я сейчас жупом накидаю, блядь. Чтоб они охуели. Вы чё, блядь? Они конфеты все пиздят, надо их у них конфеты убирать. Да. По-моему, за конфеты должно хп сниматься, нет? Блядь, меня ждут. Папича конфет очень много. Надо его просто убить. Пока он не отнес себе на базу. Не, а он не может их отнести, ему нужно отнести к нам на базу, поэтому все нормально. Идемте сюда, все, да. Не надо давить. Я с ВГ. Я покупаю фейзы и покупаю блок. Да, под Рошаном не надо стоять, он больно наносит. Вот эти темы берите. Какие? Выпадаю с крипов, там не только конфеты, а какие-то еще прикольные плюшки. Блять, он еще там плюется чем-то. Блять, да, отпусти меня, ебучий скайс. Не можешь, пожалуйста, без таких фраз. Ничего не понятно, но очень интересно. Заберите мои конфеты, блядь. Я забрал. Окей, спасибо. Капец, надо от Рошана отойти. Нам надо выкинуть конфеты пойти. Да, нам нужно вместе стакнуться и пойти выкинуть. Сначала собрать. Идем вдвоем. На вот этот верхний. Да, вот сюда. Отвлекайте. Я что это за шляпа? Нормально. Смотрите, они выбрасывают. Бей её. А, нет. Блять. Они там нормально дошли. Надо защищаться.
А я не против, у меня скиллы, когда я почему-то на скиллы. Он идет за нашим колодцем. Давай, 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 давай. На мужика. Я сейчас резнусь, перейду к вам. Я пушу им. А что нам делать с тем вообще, что Рошан убьет наш колодец? Ничего ты правда? Ничего не можем вам сказать? Ничего. Да. Не знаю. А что он наш колодец убьет? Потому что они туда конфет накидали. Я накидал очень много верхней. Сейчас я иду отхилиться и иду к вам. А они могут всех колодцев, которые мы накидали, забрать что-то? Не знаю, а у нас уже нет одного шрайна, да? Да. Да. Нормально. Это плохо, да? Ну типа да. Ну, да. Ты потеряешь все, ты проиграл. Так, короче, надо не умирать. Это все, что я понял. И заносить конфеты в их шрайны. И дефать свои шрайны. Да, 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 да. Вот тебе основной принцип. Они вот тут. Если кто-то пойдет туда. Идемте, я танкую. Я подхожу. Опа. О. Давайте, я наплю. Во-во, тут дофига конфет. Нам надо... Что мы делаем? Давайте, деремся. Вперед, да. Так, давай, давай. Плюй на них, Саш. Мне нечем плевать. Да, собак, вот да. Сюда можем сразу все вместе завалиться и уже скинуть все конфет. Давай, поджа, поджаться. Сейчас, мы на стире. Закидывай, закидывай, закидывай. Закидывай, 9 штук, прикинь. Нормально мы им натулили туда. Да, да, да. Так да, мы да. И делаем, да? Ну, типа... Наверное. По чуть-чуть, пошли дальше конфеты собирать. А вот тут выпадут сейчас. Давайте. Нет? А с них не выпадают. Да. Нет, с них просто золото. Разумею. Так, мне нужно на один предмет. Ой. Мне нужен один основной предмет, и я могу драться. Типа, нон-стопом. Надо вот пацанчики бегают, надо им что-то. О, надо. Во, да, да. Да. Так, Лизу не бросаем. И... У меня денег, я что с ней? Да, тут покупать надо. Они драться хотят, давайте. Давайте. Мы можем. Он убивает, меня жрут. Ну я вообще без шансов. А где вы что, забайтили на драку? А меня торпило там. О, а тут конфет дофига. Вот этого надо. О, конфеты. А мы можем, нет? Что там вообще? О, за вражеским колодцем. Да, 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 это нормально. Я бегу к вам. У кого-то есть конфеты? Да, вот сюда, закидывай. Закидывай, Ира, закидывай, я дефью тебе. Сука, убейте вот этого урода. А его, он конфеты даст? Нет, он просто... Он просто нам не дает. Сука. Откис. Ууу, дуры много. Он на шране застрял, убить его, просто убить. Конфет, я ж теперь... И эту. Ай-яй-яй. Я жив как-то. Сука. Они нахуй, нахуй, давайте нахуй. Ай-яй, лежать. Саша, помочь? Очень надо, там очень. Саша, уходи. Ай, какой он фир завязал. 20 штук, блин, байбек можно, да? Я бегу. Просто живи, Саш. У меня не пробивает. Давай! Выплюнуть, все, надо выплюнуть. Да, идемте. Идите, Саша, выплюнуть. Идемте, идемте, идемте. Мне нужно просто выплюнуть вот сюда вот все конфеты. Дефайте меня. Бегу тоже вам. Да, сука, пошел ты в жопу. Я его сейчас разберу. Пусть... Я покупаю аганим и покупаю радик. Бегу к вам. Ай-яй-яй, просто как у вас лицо развалилось. Да, неприятно. Выкинуть, да, нормально. Ну что-то выкинул. Мне надо, короче, тут... Ты один, алё.
Ты один. А, я сам? А да. Выбрали, потому что мы умерли все, нас просто дошли. Надо какой-то... Уйди. Надо какую-то пайпу купить, наверное, на команду. Я сейчас, короче, возьму на команду. Наверное... Так, они сейчас будут куда-то идти, стоять. Команду. Но у них на шрайне 20 конфет. Вот, они сейчас сюда будут идти. Она, дурочка, идет наверх. Ой, они все наверх, они все хотят переплюнуть. Да, идемте. Не, надо их... Идемте, вот тут наказать надо. Да. Так они все равно панты закидывают. Это понятно, но убить же надо. Ну да. Чтоб не расслаблять. Нормально. Да. А я-то пошиться, куда мог? На шрайн, да. Догнать и убить. Ой, я теперь... За вражеским домой. Так давайте относить, не? А у нас есть что относить? Мы... Ира, пошли. Вот на вот этот, на вот этот. Да. Рошан туда к ним идешь. Да. И давайте на вот. Да, и мы просто Иру дефаем и все. Мы просто Иру дефаем. Все, Ира, и Ира, вот сюда закинь. Я чувствую, как мы трахаемся. И куча штука 22 конфеты в лице. Серьезно, мы не выкинули. Да, не упадешься. А мы от него просто умираем все. Так, чем контрится путь? Пайпой. Или Саши. Саш, давай, ты можешь. Убивай, просто убивай оттуда, потом вместе. Конфеты надо забрать. Блять! Нет, Арк. Ого! Бля, я думал, это твою. Арк, выпивало есть? Блин, надо забрал. У меня 16 штук. Бегу. Лиса, откуда вот этот портал был? С база. Я худ покупаю, это больно очень. И убить его, наказать. Просто убить. Найс. Все, идем фармить. Я с худом, все, да, идемте фармить. Я вообще, по идее, непробиваемый. Я в Тараску выхожу теперь. Да, я пайпу тоже апну. Потому что вот худ делать. Хотя я уже сейчас додал их выйду, я буду их там очень. Ой, вот бомж, вот я иду. Так и шо, вот это жир. И до очередняры. Что дальше? Лучше. Ой, я помогу. Они сейчас теряют еще один шрайн, а это последний. А нет, два осталось. Че? Ты хочешь этого? Блин, не, все. Давай, скинуть. А все, идет. Ну не кидайте сюда, он за ним идет. Так мы еще хотим на. А, все, не надо, да, все, не надо. Другой, путь же идет за этим фонтаном. Так он зафиксирует, типа, нашу прибыль. Не, это не. Он и так, и так его снесет. Он и так его снесет, типа. Блин. Вот, и нам надо его в последний. Лиза, поставишь ульт? Мне на базу надо сходить. Стойте. А. Он не за тобой, он на базу идет. Я сейчас вернусь. О, я с Тараской, все, это забейте. Я помогу. Я помогу, Андрю. Тоже. У нас есть что выплюнуть к ним? У меня две штучки есть. Надо, ну, можем забрать, мы сейчас много можем забрать. Забери ДД, заберите ДД, Андрей или Дэн. Я возьму его. О, деньги.
Пошли в последний фонтан. Да, все, берем и... Все, идем, все, хватит, нам хватит. Да пофигу, нам хватит, мы... Мы задоминировали очень сильно. Он обосрался, убежал. Я смотрю на все дачи. По шрайнам, просто шрайнов, у них нет шрайнов. Там, где больше монет, туда он идет и убивает, да? Да. Че? Да, как бы и мне все равно, просто убейте. О, кто нападает на приста первого? Да, давай пока, в лесу. Ладно, у меня маны нет, у меня проблемы. Я бегу. Ай, почти не хватило. Ладно, все равно, у нас на шрайнах вообще ничего не стоит. У нас Дэн ни хера не выпрямил. Дэн, уйди, уйди на базу просто, пожалуйста. Хорошо. Типа это вообще страх, если ты сейчас сдохнешь случайно. Я вам говорю, мне просто не хватает радика. А, там, кстати, лесные шмотки вообще надо выбивать, если что. Все, Дэн, жди нас. Нормальный у тебя сатар. Андрюха, что ты? Твои предметы. Сука! Не-не, выйди, ты шо? Не дай бог ем. Мы можем, короче, начать драку, а ты можешь тупо убежать и поставить, и просто запулить всю эту фигню. А если шо, Лиза поставит ульту. Я лечу сейчас. Все, я лечу. Сильно? Я как кто-то в войне. Это последний. Я... Жесть, вот это жесть. Просто ставь. Да, последний. Просто выплевывай все туда. Я плюю как можно. Но это надолго. Пофигу. Неважно, он уже идет, он уже... Все, все равно, мы выиграли, все. Все, победа. Ничего не поняла, ну ладно. Нет, на самом деле прикольно. Суть в чем, еще раз, вам нужно насобирать много конфет. Закинуть их в шрайн, и этим вы спровоцируете Рошана, типа, чтобы он будет идти сносить. Он, типа, будет идти там раз в какое-то время на один из шрайнов, где больше всего конфет. В связи с высокой нагрузкой результат матча. Ага. Да, классно. Спасибо большое. А, у меня соединение с этим... Итак, мы смогли победить, и давайте определимся с идеальнейшим пиком для этой... чудесной игры восстания тьмы. Смотрите, Бристлбэк Лишрак это 100%. Undying аналогично, потому что Undying нам давал движение по... Ну, точнее, мы могли спокойно телепортироваться и все такое. Вивер, соу-соу и дровка соу-соу. Стопудово, мы еще сыграли несколько игр, и надо брать себе Undying, потому что Undying просто имба в любой драке. И, в принципе, можно вот вместо дровки взять андайнга, и у вас будет очень сильный пик. Вы можете нон-стопом драться. Вивер для этого идеально подходит, то, что он может воровать конфеты и убегать быстро, и сливать их в шрайны. Как-то так. Все тогда. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать что-то хорошее в комментариях. Всем пока.